Всем привет, ребята. Я летел отдыхать, но что-то произошло не так, и я упал. Здесь что-то вот кровать стоит. Ай. Мой самолет разбился. Я на какой-то горе. Так. О, там какие-то вещи. Так, надо спуститься. Тихо. Очень больно. Я, похоже, себе подвернул ногу. Давай туда побежим. Сундуки какие-то. Так. Пустой. А здесь, о, палочки нам точно нужны. Это тоже, ну, земельку, в принципе. Землю можно оставить. Ну, ростки мне тоже не нужны. Рыбу надо взять. Так. О, лед. Откуда он здесь? Какие-то блоки непонятные. Не буду их лучше брать. А то вдруг еще что-нибудь случится. Так, вот я вижу здесь тоже вроде сундук. О, вот это очень хорошо. Кроватка есть, на чем поспать будет. Факела. Так, все отсюда возьмем. А нет, это не будем брать. Так, давайте броню оденем. Где у меня броня? Так, все. Свинка. Давайте сейчас ее. Давай. Не, рукой, как я вижу, бить не очень. О, здесь. Не буду здесь вещи брать. Не, лучше факела можешь взять. Хотя нет. Так. Наш самолет вон там, да, упал. Ну потом сюда пойдем. Пойдемте вон туда. Вон. Вот в этот биом. Да. О, так. Ай, ногу отбил. Так. Давайте тогда. Так. Ой, у меня что такое? Помогите. Так, ладно, у меня что-то там случилось. Так, сейчас надо верстак сделать. Ну ладно, срубим вот дерево. Нам, в принципе, хватит одного. Потом уже где-нибудь дом построим. Давай быстрее. Так, надо скрафтить доски. Но у меня есть они, ну ладно. Скрафтим палочек, верстак. Давайте. Что бы скрафтить? Давайте каменную кирку скрафтим сразу. И топор. Ну, пока что все. Ладно, давайте сломаем, а то. В этот биом я не так уж и сильно хочу идти.
там волки обитают, как я знаю. Пойдем вот сюда. Вот ни одного выжившего нету. Надо найти хвост самолета. Там был склад. Ну, а это, как я понял, середина. У кого-то был багаж этого. Вот пещерка. Ну, в ней можно пока что поселиться. Ой, чуть не упал. Яма какая-то. О, железо. Давайте тогда железо срубим сначала. Так, все. Как я поднимусь? Ладно. Ну, хотя можно было так подниматься. Ну, эх. Давай быстрее. Вот там цветочки растут. Пойдемте посмотрим, что здесь. Цветы. Мне кажется, надо сейчас дерево будет нарубить. Ладно, давайте вот туда пойдем, нарубим. Майнкрафт что-то виснет. Это, наверное, из-за того, что я разбился. Да. Давай. Ладно, я пока что поставлю на паузу. Ну, а вы ждите. Так, ну я нарубил маленькое дерево, и уже закат. Так быстро прошел день, сейчас уже пойдут монстры. Давайте заберемся на дерево. Ой, что-то я... Да, как красиво. Ладно, пойдемте. Да. Тихо, там кто-то вон уже. А, это свинка. Ну, мяско нам нужно. Так что. Ладно, давайте ляжем спать уже. Достанем нашу кроватку. Ну и спокойной ночи. Так. Все, я встал, в принципе. Не хотелось так вставать. Но. А, давайте переплывем реку. Здесь можно так плавать? Нет. Да. Зомби ходит. А где мой топор? А вот он. Давайте сейчас вот так. На, из-под воды. Так. На, ай-яй-яй. Так, что из-под воды? Так. На, так найму. Все. Делали мы этого зомби. Так. Давайте пока что посидим. А то я устал. Ладно, хотя... Пойдемте попробуем найти выживших. А то вдруг. Так, ну если мой самолет упал где-то вон там, да, он в ту сторону, да, падал. Где-то в горах должен быть нос от самолета. Да. Лава. Нифига. Давайте угля возьмем. А то
Как нам без уголька-то жить, выживать здесь? Если вы хотите вторую часть, давайте попробуем добрать 50 лайков. Так. Пойдемте. Сейчас надо будет нам построить дом, но точно не в горах. Так, давай. Ай. Овечка. Но нам они не нужны. Смотрите, сейчас будет трюк жизни и смерти. Ой, да. Смешно. Видео уже наше идет 11 минут. Давайте я сейчас на берег выйду. Ну и попрощаемся. Всем пока, ребята. Пока. Всем пока. Ну и до свидания.